В столице Верхневолжья прошла акция «Чистые берега». Ее организатором выступил Тверской клуб «Ротари». Это общественная организация, работающая в Твери с 1996 года. Члены клуба совместно с волонтерами и студентами города привели в порядок территорию возле Головинского вала. С места событий материал нашего корреспондента. История ротари-клуба «Тверь» берет свое начало в 1996 году, когда благодаря активной деятельности инициативной группы местному движению была вручена международная хартия. С тех пор члены Тверского ротари-клуба неустанно участвуют в общественной жизни города и области, проводят благотворительные акции, помогают детским домам и домам престарелых, организуют детские спектакли, экологические и стипендиальные программы. Мы поддерживаем детские дома. Несколько лет тому назад мы подарили детскому дому совместно с шведским клубом автобус, который до сих пор у них работает. Одна из акций, ставших уже традиционными – «Чистые берега». Члены клуба «Ротари Тверь» совместно с волонтерами и просто неравнодушными гражданами выходят на уборку общественных территорий. В минувший четверг, 22 апреля, такая акция была проведена на Головинском валу в Твери. Берега должны быть чистые. У нас все-таки течет великая русская река Волга. Чтобы она не загрязнялась, а от Волги уже идет жизнь, начинается, протекает и так далее. Поэтому мы считаем эту акцию очень важной. Примечательно, что самая масштабная акция «Чистые берега» ротари-клуб «Тверь» провел несколько лет назад на озере Селигер. В ней принимали участие порядка 150 человек, в том числе иностранные гости. Мы убрали, значит, берега озера Селигер. Там были, значит, изготовлены скамейки, которые были поставлены вокруг Серебряного озера. Там мы посетили также могилу павших бойцов, и которая была приведена также в порядок. И неизменно в подобных мероприятиях участвуют представители молодого поколения. Так было и в этот раз. Членам ротари клуба «Тверь» приводить в порядок Тверские берега помогали студенты Тверского государственного университета и волонтеры. Когда люди предпринимают хотя бы какие-то простые маломальские шаги для того, чтобы что-то улучшить, это очень хорошо, похвально, это отлично. Я призываю всех участвовать в таких акциях. По окончании акции все ее участники подкрепились сладкими угощениями.